Алиса Аршавина, жена бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, написала на спортсмена заявление в Федеральную службу безопасности, ФСБ. Фотографию документа опубликовал портал Супер.ру. Известно, что Аршавин подал заявление о расторжении брака. Пара поженилась в 2016 году, у них родилась дочь. До этого Аршавин 9 лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей. Женщина утверждает, что регулярно сталкивается с угрозами со стороны неизвестных людей, действующих в интересах спортсмена. Помимо этого, Аршавина заявила, что встречалась с футболистом в ресторане в Санкт-Петербурге. Экс-игрок был вместе с неизвестными ей мужчинами, один из которых показал ее охраннику удостоверение сотрудника ФСБ. Женщина утверждает, что регулярно сталкивается с угрозами со стороны неизвестных людей, действующих в интересах спортсмена. Помимо этого, Аршавина заявила, что встречалась с футболистом в ресторане в Санкт-Петербурге. Экс-игрок был вместе с неизвестными ей мужчинами, один из которых показал ее охраннику удостоверение сотрудника ФСБ.